На торжественный прием губернатора пришли 20 кубанских спортсменов, которые участвовали на Олимпиаде. Глава региона поздравил чемпионов, а спортивным чиновникам напомнил, для высоких достижений нужна основа. Знаете, очень важно нам сегодня всем осознать, как вот эти вот медали олимпийские или самоучастие в Олимпиаде трансформировать в обычную жизнь наших мальчишек и девчонок. Понятно, спорт высоких достижений – это очень хорошо. Но надо сделать так, чтобы спорт стал массовым для детей. Потому что ведь дети – это селекция для спорта высоких достижений. Если сегодня мы эту селекцию не будем делать, если мы сегодня оставим спортивные школы без внимания, районные, сельские спортивные школы, поселковые, то, по большому счету, большая река российского спорта же иссякнет. Губернатора в этом поддержал тренер женской сборной России по гандболу. Он привел команду к чемпионству в Бразилии. Евгений Трефилов, который также тренирует гандбольный клуб «Кубань», считает, что уже со школы нужно искать талантливых ребят. Ну, вот я 25 лет путешествовал по России. Я могу сказать, что край изменился. Изменился в лучшую сторону. Край на сегодня самый спортивный. Единственная просьба. В каждой школе должен быть такой зверек завуч, который все каждый верно. Раз утром, поскольку у тебя группа. Все верно. Не 4 человека, а 15. Ну просто надо потихонечку работать. Всего кубанские атлеты завоевали в Рио 6 медалей, 3 из которых золотые. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.